Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня покажу вам релиз Minecraft Pocket Edition 0.13.0. Ну что ж, в этой версии добавили, пожалуй, много разных новых вещей. Ну, во-первых, это новые двери. Вот такая новая железная дверь, которую мы можем открыть с помощью нажимной плиты или кнопки. Такая вот дверь. Вот еще новые двери. Как видите, и последняя дверь сделана из дуба. Ну что ж, теперь переходим к механизму. Вот такой вот блок, который издает музыку. Сундук-ловушку. Сундук-ловушку, которую мы, к сожалению, можем открыть. Рычаг. Лампа, которая активируется с помощью рычага. Нажимные плиты. Четыре вида. Вот. Кнопки. Смотрите, деревянная. И каменные, которые отлично работают. Также дневной датчик, который включается-выключается. Красный факел и два новых вида рельс. Также новый моб. Это кролик. Сейчас я вам покажу. Вот так в меню выглядят новые блоки. Но мы переходим к кроликам. Вот такие милые маленькие создания у нас появляются в новой версии, которых мы можем накормить с помощью морковки. Вот смотрите, он к нам прибегает. Но как мы только убираем морковку, он от нас убегает. Ну, маленького кролика мы покормить, к сожалению, не можем. То же самое происходит и с маленькой коровкой, или свиньей, или овечкой. Вот они за мной бегают. Но они еще совсем маленькие. Также добавили храм в пустыне и добавили улучшенную графику в нижнем мире, а точнее в аду. Ну, в общем, ничего нового. Добавили так-то только механизмы, редстоун вот сам и новые двери. Поэтому это обновление очень короткое. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.